по заявлению о поджоге Авакова есть одна очень важная деталь, которую упустили все журналисты и все, кто следит за СМИ. Когда «Украинская правда»? Ну, я думаю, ни у кого нет сомнения по поводу объективности этого издания, которое это финансируется на гранты Соединенных Штатов Америки. Когда они заявили? А Григоришин это заявил. Когда они заявили о том, что Аваков придерживается позиции, что это самоподжог, они прокомментировали это следующим образом. Что это не так, и у них есть источники в СБУ, которые подтверждают, что именно Аваков и компания организовали поджог Интера. То есть есть несколько источников, в том числе неофициальных, которые подтверждают, Аваков поджег телеканал Интер.